Наша дома с Гадаканте. Всем привет! В эфире рубрика «Развивайся дома». Меня зовут Кристина Михайлова, и я являюсь руководителем ансамбля эстрадно-народной песни «Ярила». Прямо сейчас мы вместе с вами проведем мастер-класс по косоплетению. Как известно, главным атрибутом любого народного ансамбля являются шикарные косы его исполнительниц. Я предлагаю попробовать повторить такую косу в домашних условиях и собственными руками. Для начала нужно взять небольшую прядь. Предлагаю не делать эту прядь большой и в то же время не мельчить, потому что иначе косу будет очень сложно проплести. Но если вы возьмете прядь очень большую, то коса начнется, наверное, с затылка, и спереди ее видно не будет. Поэтому давайте попробуем вот так. Эту прядь, как вы видите, нужно разделить еще на три. Коса будет выворотная, чтобы ее было хорошо видно, и чтобы на ней можно было сделать кружева. Для этого нам нужно каждую прядку подкладывать вниз. Не накладывать ее поверх остальных, а подложить вниз. Так, перекрещиваем первую и вторую прядь, а затем третью и первую. И затем к каждой пряди добавляем еще немного волос. В тот момент, когда мы ее подкладываем. Таким образом у нас получается колосок. Если вы действительно делаете это самостоятельно, то нужно каждый раз напоминать себе. Подхватываем прядь сверху. Подхватываем прядь снизу. Продолжаем. Еще по одной. Постепенно приближаемся к затылку. Прядь сверху. Подхватываем волосы. Прядь снизу. И снова подхватываем волосы. Прямо сейчас я немножко развернусь, чтобы вам было легче меня видеть. Сверху и снизу. Поначалу делать это самостоятельно очень сложно, но это дело привычки. Вот мы доплели нашу косу. Ее можно закрепить резинкой. Не затягиваем резинку туго. А теперь аккуратно начинаем вытягивать прядки. С каждого краешка. Вот, видите? Не нужно вытягивать прядь целиком, только краешки, чтобы создавались кружева, но при этом коса оставалась максимально тугой. Иначе она может развалиться. Постепенно переходим вверх. И у нас получается вот такая вот кружевная и очень красивая коса, которая замечательно будет смотреться со сцены. А с вами была рубрика «Развивайся дома». Подписывайся на наш сайт, будь в курсе событий. А с вами был ансамбль эстрадно-народной песни «Ярила». Лучше дома с ГДКНТ. Пока!